Няшенька, не забирай малышки, на чуть-чуть побольше тебе кусочек. На, Луна, на. Вот такое лакомство у нас есть любимое. Это говяжье, по-моему, говяжье, легкое. Сейчас, да, легкое говяжье. Вот такая вот штучка. Она бывает для кошечек поменьше, гранулы вот эти, кусочки. Но их редко бывает, чаще для собак. Но мы покупаем любые, какие есть, и просто я их ножом режу тогда. Вот из всех лакомств рекомендую вот такие вот субпродукты разные сушеные. Если хотите чем-то кошечку свою побаловать, вот это они прям обожают. Натуральный продукт, никакой химии, ничего никак не повлияет, не аллергенный. Обожают они эту штучку. Прям вообще кайфуют. В отличие вот от таких, например, подушечек, которые я никому не рекомендую. Упаковка целая, вот у нас она такая для демонстрации. Больше вот эти как раз подушечки вызывают привыкание, вызывают аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть очень много плохих отзывов есть по ним. Поэтому как раз таки вот то лакомство я не рекомендую давать. А если уж оно у вас есть, то там не больше там 2-3 подушечек в день. И то в качестве какого-нибудь поощрения, например, там, когда коготочки стрижете или там искупали кошку, чтобы как-то ее немножко задобрить. Но на постоянной основе не рекомендую. А вот это вот с удовольствием у нас все кушают. И безвредно, и натуральный продукт. Прям балдеют они у нас все. И даже вот малышке понравилось. На, мамулечка. Ой, вкусно, скажи, вкусно. Да. Потом покажем как-нибудь еще. Команда они у нас знают. Зайку знают, лапу дает у нас Луняша. Сидеть команду знает. Кошки вообще умные у нас. Да? Покажем потом как-нибудь, запишем отдельный ролик.